Горица, город под горой. Авиалинии так себе, поэтому приходится идти пешком. Никаких тебе сервисов. Чтобы заработать на тюнинг на свой Harley, подпишись на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. И поставь колокольчик. А если тебе хоть немного понравилось видео, то я буду признателен за лайки. Сегодня 13 января, мы на обратной дороге из Испании, приехали по делам в Черногорию. Такой вот здесь вид. Итак, сидим. Вот. Ну, в общем, сегодня вылетаем в Стамбул. Две ночи там, один день и обратно в Минск. И уже на машине домой. Путешествие потихоньку подходит к концу. Дабл три сказал, нет, хочу жить возле аэропорта. Дешевый турецкий гостиница. Не могу себя, говорит, заставить жить в роскоши. Идем в сторону Агия София. Мы в Стамбуле. Вышли на метро университет.
Идем в сторону Святой Софии. Проходим рядом как раз с зданием университета Стамбульского. Такой вот он красивый, исторический. Вот. Есть какая-то мечеть или что это такое, не знаю. Вот. Музей турецкого хамама проходим. Вот. А здесь вот такая вот старая линия. Всем привет. Все, дошли до Святой Софии, которая сейчас мечеть. Везде турецкие флаги. Вот чем закончится все это противостояние для Византии с исламом. Просто все превратили в мечети. Нет, в том месте я оказался неправ. Это не была Святая София, я даже еще удивился, как странно. Здесь вот голубая мечеть. А здесь получается Святая София. Вот. Фоткать, но вот здесь все в рыбаках. Вот так вот они стоят и прямо рыбачат так аутентично. И вот все вперед, назад, а с таким видом крутым на панораму города. Дороги и неработающий Инстаграм. Так что мы в шутку назвали свою родину страной, победившей бездорожье и Инстаграм с Кока-Колой. Вот. Будем привыкать опять к новым реалиям. Нас впереди ждет еще 2 дня дороги до Самары. Вот. Ну и в целом наше путешествие подходит к концу. Мы отдохнули. Получили много новых эмоций, встретились со старыми друзьями, побывали в 3 странах, посмотрели на Африку даже издалека. Так что, хоть и поездка пошла не по плану, но все-таки мы смогли достичь до конечной точки нашего путешествия. Пусть и на крыльях самолета, а не на колесах автомобиля либо мотоцикла. Всем спасибо, кто смотрел. Путешествуйте на всем, чем можете, и всегда, когда можете. С вами был юрист на Харли Дэвидсон, на Мерседесе и на самолете. Ну что ты, да, рассказывай, как ты.
как ты мой хороший. О, нет, все, не отпустишь больше хозяина никуда. Не отпустишь. Юрочка, ты хочешь со мной поехать в Испанию? Будешь летать на самолете. Получишь европейский паспорт. Как не хочешь? Как не хочешь летать на самолете? Почему не хочешь летать на самолете? Они падать будут? Кто тебе такое сказал? Они не будут падать. А вот счастье. Best things in life are free.